Бу! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кот Нуар. И у вас, возможно, появляется такой вопрос: а что это за кот за место моего лица, а? А я бы хотел бы вам ответить, что этим котом являюсь именно я. Да. То есть вы, возможно, теперь знаете чистую правду, как я на самом деле выгляжу. Так что вот так вот. Но суть не в этом. Сегодня в этом видео я бы вместе с вами хотел бы отправиться на прошлое. А именно в 2021 год, где я только создал свой канал. Именно в этом же году я создавал кучу таких различных контентов, а именно смешных видосов и так далее. И вот сегодня же я бы хотел бы заглянуть на один из самых моих первых вот таких приколов, который называется «Под стилем демотиватор». Да, сегодня мы с вами посмотрим лишь только первую часть, потому что если мы с вами посмотрим все остальные, то видео затянется, ну, где-то, наверное, на 10 минут. Так что сегодня мы посмотрим всего лишь что только короткую версию, а именно первую часть. Так что давайте мы с вами не будем долго затягивать. Усаживайтесь, в общем, поудобнее. Берите печеньку, а мы с вами начинаем. Погнали! Мяу. Итак, в общем, я нашел свою первую часть этого демотиватора. В конце я, ребята, подведу итоги насчет этого видео, поэтому, ребята, всего лишь, что это видео все равно оно короткое, ребята, поэтому каждый может досмотреть до этого момента. Так что, ладно, желаю всем приятного просмотра. Мы начинаем. Добро пожаловать в мой фан-клуб, котенок! Ого. Да хватит тебе, помогите. Зачем так орать, же тебя слышит? И вот, друзья, вот видите, что это за разрешение? Вот как раз по поводу этого я бы хотел вам сказать в конце. А другое место не могу. Ой, вот это да, вот это да. Вот это я момент помню. Ты что, сейчас мурлыкал? Нет, блин, гавкал. Ай, вот так вот, друзья. Вот так вот это, собственно, у нас и получилось. И давайте, в общем, я подведу итоги этого видео, и мы с вами, ребята, закончим это дело. Короче, друзья. Почему у меня разрешение видео такое? Да потому что, ребята, это видео смонтировал с помощью двух приложений. Я, возможно, в то время хотел исправить эту данную проблему, потому что даже я это сам замечал. Но никак я не хотел этот, вот это вот, ну, вот такую проблему оставить. И, в общем, так я не нашел решения и сделал еще намного хуже. Почему я это смонтировал? Вот так вот. Да потому что я и сам полностью этого не помню. Еще раз повторюсь. Я, возможно, хотел исправить, а может, что-то еще хотел сделать. Но я точно не помню. Поэтому, ребята, не судите строго за такое вот видео. Сейчас именно вы сами видите, как у меня сейчас видео выходит, с каким вот разрешением. Ну, вы поняли, друзья, собственно. Теперь у меня разрешение вот такое вот полное. Вот. Поэтому, в принципе, это намного приятнее смотреть на полное разрешение, чем на вот этот.
Ну, ребята, это мое первое видео в 2021 году. И, к сожалению, ребята, только в 2021 году, еще раз повторюсь, у меня все видосы практически были такими. Поэтому я никак это не мог исправить, но только лишь, возможно, в конце этого года я смог это исправить. Вот этот нюанс. Ну и, в общем, вот как-то так у нас и вышло. Ладно, друзья, в общем, я не буду уже затягивать с прощанием. Давайте мы с вами уже закончим это видео. С вами был, как всегда, я, Кот Нуар. Теперь вы, возможно, знаете, как я на самом деле выгляжу. Вот так вот, друзья. Я обычный, обыкновенный, почему-то рыжий кот. Не знаю. В общем, ладно. Всем, ребята, удачи и всем, ребята, пока. Мяу.